Из-за обильных снегопадов контроль за уборкой снежных навалов стало приоритетным направлением в деятельности инспекторов Госсанитехнадзора Московской области. Сотрудниками службы взяты на контроль более 600 обращений жителей региона с жалобами на некачественную уборку территории муниципальных образований от снега и наледи. Большинство поступивших обращений уже решены, остальные уже отрабатываются, рассказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Губернатором Московской области принято решение об установлении с января 2016 года ежемесячной компенсационной выплаты одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 70 лет и старше, и семьям из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70 лет и более, если средний душевой доход члена семьи не превышает 2 прожиточных минимума пенсионера. На сегодняшний день в Ленинском районе назначены выплаты 593 пенсионерам. Очередное заседание секции по вопросам обращения с отходами состоялось в Москве. Сложившаяся обстановка в этой сфере обозначена как прямая угроза национальной экологической безопасности страны. Как прокомментировал ситуацию министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, сейчас мы имеем систему, которая позволяет лишь собирать мусор и закатывать его в грунт. В ближайшие годы в Подмосковье необходимо почти с нуля создать новую отрасль переработки бытовых отходов. Татьянин день в кинотеатре «Искра» по традиции собралась молодежь, чтобы вместе отметить День российского студенчества. В этом году мероприятие прошло в новом формате – «Квартирник». В гости к ведущему Олегу Федорову пришли самые разные гости. В их числе первый заместитель главы района Елена Добрина. Елена Константиновна от имени главы Ленинского муниципального района Олега Хромова и от себя лично поздравила преподавателей всех студентов с праздником. Пожелала успехов в учебе и творчестве.